Всем привет, подписчики моего канала. Сегодня хочу провести очередной обзор на тему жраловки. Вот. Что-то захотелось мне чипсов. Вот. Ну вот, захотелось и все. Именно чипсов с грибами. Вот. Зашел в Альберес, листал, там куча чипсов предлагают, но мне хочется побыстрее и получше. Вот, нашел ближайшую доставку, ну, то есть, в ближайшие дни, потому что очень захотелось. Вот, смотрю, какие там чипсы лежат, вот, смотрите. Упаковка, 10 штук, 790 рублей, то есть, вот такой вот пакетик 79 рублей стоит. Ну, вот, как всегда, не дочитал, не прочитал. Думал, импортные. Но. Производитель данных чипсов находится в Одинцово. Это Подмосковье. Это обалдеть было. В магазинах я таких чипсов не видел. Вскрываем упаковочку. Смотрим, что нам предлагают за 79 рублей. Ну да. Без ножниц тут не вскроешь. Я уже один такой пакетик сегодня сточил. Поэтому вот для видеообзора открываю второй пакетик. Смотрите. Вот это все стоит 79 рублей. Сейчас фонарик возьму, подсвечу. Вот это все стоит 79 рублей. Вот, как говорится, от уя, да не уя. Ой, даже если так посмотреть, это даже не одна картофелина, а половина всего лишь. Но, с другой стороны, как производитель обещал, тут, ой. Все даже очень натурально, вкусно. Состав картофель. Шитаки. Что-то такое шитаки, что-то знакомое. Лук. Подсолнечное масло. Патока, соль, ароматизатор натуральный. Грибы со сметаной. Сметана. О. В принципе, вот... Напоминает действительно не классические чипсы, а жареную картошку. Вот. Ну, вот такая она хрустит. А насчет то, что ароматизатор грибы, это, по-моему, производитель немножко слукавил. Вот. Черная штучка такая. Это действительно кусочки грибов. Вкусная вещь, тоже рекомендую. Ну вот, если увидите, вот, в Альберсе купите, не пожалеете. Но все-таки, ребят, дороговато вот за это. О, где еще раз фонарик? За вот это 79 рублей. О, прикольно, да? Жралова. Ну, вкусно. Вот. Так что. Как-то так. Ой. И что еще приобрету? Такого интересного. Для видеообзора обязательно опубликую. Вот. Так что еще раз смотрим на упаковочку. Воспринимаем, покупаем. Это не реклама. Но действительно вкусно. Это вам не какой-нибудь лейс, от которого только изжога. Вот. Как говорится, натурпродукт. Вот. Вес 30 грамм в упаковке. Вот. Так что до новых встреч, ребят. Ладно. Буду жрать чипсы, слушать музыку с виниловых пластинок. И с Рождеством вас всех.